Всем привет! Сегодня у нас 17 апреля, 5 часов вечера. И это Полинин день рождения. Скажи всем привет! Привет! А вот здесь вот ее тортик. Вот такой вот заказали. Стой, не ворочай. Написано Happy Birthday, Полина. С днем рождения, Полина. Вот такие вот пуговички на боках там. Вот, будем свечки втыкать и кушать сегодня. А сейчас подарки пойдет Полина у нас получать. Сейчас. Что сейчас? Свечки? Ну, он доставает потом. Угу. Большая совсем. Сколько тебе уже лет? 8. Ну, пошли подарки твои смотреть. О, потом свечки будем. Это Happy Birthday, наверное, не нужно вот это, потому что там же написано на нем. Ну, сердечком. Хорошо. И она, наверное, не хочет подарки. Занялась тут свечками, и подарки не нужны. Красивые, видишь, с блестками. Ну, а тебе блестки, они вообще съедобные? Ну, конечно. Блестки с ними такие. Мама, ты только один остался. Там 8-то хоть есть свечек? Да. Ну, хорошо. На чью корону похоже? А? На чью корону похоже? Не знаю. Не знаешь? На Frozen похоже. Пошли, подарки. Я их спрятала сюда, сказала ей не ходить, пока папа домой не придет. Во! Ага. А это что? Посмотри. Пижамы. Пижама. Это от бабушки с дедушкой пижама. Это вот от нас с папой. Такие штуки их. Покажи сюда хоть. Такие штуки. Бусинки их складываешь вместе и потом утюгом. И получаются такие фигуры разноцветные. Склеиваются, да. Полине нравится. А это тоже от бабушки с дедушкой. Тихо, не роняй. Ура! А, ну вот сделана такая штука, там я делала. Ура! И что ж там такое? Не сломай. Ой. Дай сюда, опусти крышку. Надо ее просто поднимать с двух сторон. Кукла! Похожая на Полину. Earrings. И сережки у нее. Да, у нее в ушах есть сережки. И вон Дасти тоже пришла. Mm-hmm. А пижама, посмотри теперь, какая у тебя. Такая же. Да. Одинаковые. Ты и кукла в одинаковой пижаме. Так, вообще, может, нам было туда все отнести, а то как-то тут на полу. Ну, ну только возьми, говорю, вот эти подарки. Что в коробке тогда? Где? В какой? Вот этой. Там сережки должны быть у куклы. А у нее? Ну, это запасные. А. Пошли туда, остальные подарки. Так-ка я эти возьму. Вот этот возле дастиного туалета подарки открыл. Покажи, какие тут сережки. Сердечки такие. А где те? Ну, это которые у нее в ушах сейчас. Бери куклу, пошли. Скажи спасибо бабушке с дедушкой за куклу. Спасибо, бабушка и дедушка. Пошли. Это такая, которую ты хотела? Точно такая, как хотела. Угу. Угу. Как они держатся? Кто? Там у нее дырки в ушах проколоты. И остальные подарки будешь смотреть или нет? Буду. На Дасти, коробка. Да, коробку можешь Дасти отдать, это ей подарок будет. Куда там папа ушел? А, сюда. Иди уже, открывай. Потом куклу отвяжем от этой коробки. Это тут привязанная. Ее нужно доставать. Вот такая. Ну, не знаю, похожа она на Полину, не похожа. Надо близко. Может, да? Чем-то похожа. Да, я покажу. Ну-ка, Полин. Ну-ка, Полина, посмотри вместе сюда. Вместе с куклой. Ну, конечно, похожа. Как это не похоже? Глаза. Конечно, похоже. Ну, посмотри сюда, Полин, повернись еще. Не улыбайся, кукла ж не улыбается. Улыбается.
Теперь она уже улыбается. А это тебе, тетя Настя и дяди Паши. Скажи им спасибо. Спасибо. Да, спасибо, тетя Настя и дядя Паша. Ну, а этот пакет это от нас с папой. Мама, еще. Коробка. Ага. Да, это подарок. Это от нас с папой. Так что доставай. Что это? Эти штуки, которые надо делать на... На которые надо делать. Такие штуки, на которые эти бусинки нанизываются вначале, а потом вот проглаживаются, эти гомы склеиваются. А вот сами бусинки. 22 тысячи бусинок. Ого! Ага. Делать не переделать. Еще там они эти разные формы. Здесь вот первые такие животные. Здесь вот такие формы. А там покажи, какие здесь формы. Здесь еще вот эти там штуки большие. Там большие. Покажи, да, картины даже можно делать. Лошадь, это целая картина. Это большие такие. Ой. А это книжка. Там нарисованы идеи, что вообще можно делать. Какие. Yes. Если сама не можешь придумать, что делать здесь, можно смотреть. Тут много чего нарисовано. Ой, эти листики. Да. Да, это чтобы листики, чтобы гладить утюгом. Можно мне гладить с утюгом? Ну, не знаю как. Со мной самой нельзя, когда я знаю, буду. Когда вы там смотрите. Будешь гладить утюгом. Ну как тебе? А это что в большой коробке? Это дяди Паши и тети Насти. Тоже куча бусинок и веревочек. И это делать вот браслеты разные. Такие. И бусы. Ну, и отсвечивает. Разные. Почти как бисер. Тасте лучше всех. Коробок много. Иди-ка пижаму померяй. А то вдруг она на тебя маленькая уже. Будет тогда у куклы пижама, а у тебя не будет. Покажи, что у нее сзади. Хвост. Волосы похожие по цвету. Угу. Полина выбрала такие. Полина выбрала. Она же мне в журнале отметила все, что ей надо. Ну-ка, поверни ее еще сюда. Посмотрю на тебя и на нее вместе. Лицом. Ну, не улыбайся. Серьезная будь. Чуть-чуть улыбайся. Похоже. Называется кукла-близнец. Так, чтобы она у тебя не валялась нигде. А то, я чувствую, через неделю будет где-нибудь уже. И Нина не будет знать даже где. Ладно, пойдем мы сейчас ужинать. Вечером, через полтора часа, должны соседи в гости прийти на тортик. Свечки будем потом задавать. Так что до следующего включения. Вот Полина одела пижаму, и теперь они вдвоем с куклой в одинаковых пижамах. Только у нее что-то... Они одинаковые штаны. Это мне показалось, что штаны разные. Одинаковые. У меня большие маленькие. Да, полоски, да, точно. У тебя большие розовые, у нее маленькие розы. И еще писайнзу у нее маленькие. Ну, так ты же большая, да. А, точно, у тебя большие, у нее маленькие. Вот, красота такая. Куклу же расплели и завязали. Ну как, нравится кукла? Хороший подарок от бабушки с дедушкой. Здесь в коробке еще два пакетика было. А, еще вот два пакетика. Сколько интересных этих. Ну, она немножко использует, их можно потом туда досыпать. Мама, где ее другие earrings? Ну, вот так вот мы украсили тортик, свечки поставили. Вот. Сейчас соседи идут, будем свечки задавать. Вот каменная, ну свет горит, не видно ничего. Ничего, одну только, вторую надо было. Вторая пахнет. Матрешку надо покажи. В Таргете продается. Нам соседи подарили на Новый год, что ли? Или? Это перец, вот тут у нее дырочка в крышке, открываешь, внутри вторая матрешка, там соль. Надо остальные тогда показать. Ой, все матрешки. Да, целый набор матрешек у нас. Не вот так продаются.
Это мерные чашки. Да, это весь набор. Одна чашка, три четвертых чашки, две третьих чашки. Так, гости уже пришли, ладно. Пол чашки. Много чашек. Четверть и треть. Забирай. Закат у нас, солнышко светит. Итак, свет выключай. So, who's gonna sing? I'm not singing. Who's gonna sing? Let's sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Paulina. Happy birthday to you. Ну, so, давай. Ну, закатывай, жена. Так, ура! Все! 8 лет! Сейчас мы будем эту красоту есть. Wonderful. Вот так он выглядит внутри. Шоколадный с клубникой. И там даже свежие клубники. Не знаю, видно или нет. Вот такой вот.